Ну, однозначно воспринимает. В нашем понимании НАТО – это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас. Так мы к этому и относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются, тем более на фоне того, как Альянс, не переставая на протяжении нескольких десятилетий, двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам.